Вы готовы, ребята? Это очень круто! Это умение просто-напросто убивает своей нереальностью. Как это вообще сделано? Вы просто смотрите, вы можете даже под... Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы рассмотрим команду, как стать Гарри Поттером, а точнее, как присвоить себе его палочку свистнуть. Да, ребята, мы рассмотрим, я не знаю, около 6 даже различных заклинаний, посмотрим, что же они делают. Но, как обычно, перед этим я бы очень сильно вас хотел попросить поставить лайк на это видео. Ведь если мы наберем 700 лайков под этим видео, то на следующий день после того, как мы это сделаем, я вам, ребята, даю свое слово, то, что выйдет сразу следующий видео с какой-то другой командой. Вы знаете, то, что если мы лайки набрали, а серия не вышла, то вы будете иметь полное право написать мне ВКонтакте, чтобы я вас добавил в друзья, расписался у вас на стенке и также подарил вам какой-то подарок ВКонтакте. Поэтому, ребята, если хотите со мной посоревноваться, кто кого, если я проиграю, значит, я вам сделаю какой-то подарок. Но, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, я общаюсь со своими подписчиками, если ты не веришь, то можешь даже это проверить, оставив свой комментарий под этим видео. И последнее, самое главное, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, я вот тебя бы хотел даже очень сильно попросить подписаться, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем. Что мы будем делать в первую очередь? Как обычно, нам нужно выдать... Что? Кто-то догадался? Конечно же, командный блок. Без этого мы никак не активируем команду. Делается это все очень просто, как сейчас. Я вам, ребята, даже показываю. Мы выдали себе команду и в эту... Не команду, а командный блок. И в этот командный блок нужно засунуть какую-то команду. Какую? Ссылочка на эту команду будет в описании. Вы можете ее зайти, скопировать и также стать... Гарри Поттером в Майнкрафте, там познакомиться с Гермионой, там шпили-вили всякие, но мы сейчас не рассматриваем шпили-вили, а мы рассматриваем, как стать Гарри Поттером. Да, ребята, если у вас в чате написалась вот эта команда, значит, она успешно установилась, да? Но сейчас ее нужно еще активировать. Активация происходит вот так, это все очень просто. Ждем, пока это все заспавнится, это спавнится, и все. Опа! Гул. Если все-таки заспавнился вот этот куб фиолетовый, значит, команда успешно была активирована и запущена. Что нам нужно делать сейчас? Нам нужно сделать, конечно же, магическую палочку. Как она делается? В первую очередь вам нужно взять удочку, и во вторую очередь вам нужно взять бутылочку с опытом. Мы выкидываем удочку. И на эту удочку выкидываем бутылочку с опытом. И как вы видите, у нас появилась магическая палочка. Мы ее поднимаем. Да, ребята, мы ее подняли. Но что нам сейчас нужно? Как нам зарядиться энергией? Потому что эта палочка... Прям как лук какой-то. Эта палочка употребляет магическую энергию. Так же, как, например, в тех же играх вам нужна мана, да, ребята? Как получить эту ману? Очень просто. Вам нужно встать на глоустон. В прямом смысле. Вам нужно встать на глоустон. Давайте, ребята, еще раз повторим. Вам нужно встать на глоустон, чтобы получить магическую энергию. Она будет только отображаться и только поглощаться тогда, когда вы будете держать в руке магическую палочку. То есть вы видите то, что в правом углу вам показывает, сколько маны у вас осталось. Зачем нужна мана? Мана нужна для того, чтобы использовать умения, которые я вам покажу чуть позже. Но давайте сейчас мы наберем кучу энергии. А как мы сделаем это? А сделаем это таким простым путем. Ну что, ребята, поехали. Опа. Прям роем. И смотрите, сколько у нас уже набирается магии. Да, это очень даже круто, потому что сейчас мы сможем очень долго использовать наши умения. Но, ребята, ману мы же набрали, а как нам сейчас использовать наши умения? Давайте посмотрим, какие же умения вы сможете использовать. Первое умение — это стрелять огнем. Это все знают, что такое, Fire Charge.
Charge вы сможете стрелять огнем. Это прям офигеть как круто. Но это еще не все. В следующую очередь у вас есть умение яда. То есть вы сможете отравлять своих противников, которые будут находиться в радиусе поражения вокруг вас. Но это еще также не все. Вы сможете взять лед, я не знаю, как, наверное, все-таки вот этот, и замораживать ваших врагов или просто-напросто делать какую-то защиту, делать какие-то ледяные стены спереди вас, чтобы враги просто-напросто даже не смогли к вам подобраться. Но это еще также не все. Мы берем маяк, но маяк это не простой, а золотой. В смысле, это прям самая, наверное, невероятная сила, которая может быть у вас, и которую вы можете использовать с помощью этой магической палочки, да. Но это еще также не все, это я вам покажу в конце серии, но это еще также не все. Что же мы еще можем делать? Также мы можем лечиться. Как это все работает? Нам нужно взять вот это, этот арбузик, чтобы вы смогли лечиться. И последнее умение, которое вы сможете использовать, это же, конечно, TNT. Все знают, что это такое, и, в принципе, все уже поняли, что оно делает. И мы сейчас, ребята, сразу же приступим. Но перед этим мы включим Time Set Night. Я сказал, мы включим Time Set Night. Вот так, чтобы наступила темная-темная ночь, и мы посмотрим, что же мы сможем сделать. Что же мы сможем сделать этой ночью? Главное, чтобы тут всякие чудики заспавнились, потому что они нам нужны. Но если они не смогут заспавниться, значит, мы их сами заспавним. Ничего в этом такого сложного нету. Мы их просто-напросто вот тут поспавним. Я не знаю, громко, ребята? Я надеюсь, что нет, но все же мы их поспавним. И посмотрим, что же это все сделает. Давайте еще скелетов возьмем немного. Еще скелетов возьмем, поспавним. Потому что сейчас нам это что еще такое? Я первый раз увидел черного зомби. Нет, ребята, я не расист, но это нигер-зомби. Ребята, вы еще, наверное, никогда его не видели, а вот сейчас вы его увидели, да? Вот этого, в принципе, хватит. Да, но не для маяка. Маяк мы рассмотрим в конце серии. Для маяка вот эти все мобы, это будет вот так. То есть, это вообще будет очень для него просто. Но давайте, ребята, мы начнем рассматривать. В первую очередь мы будем стрелять огнем. Чтобы ваше умение работало, а зависимо какое умение вы хотите использовать, вам нужно его поставить в последний слот, вот сюда, да? Если мы его поставили, значит, все будет работать. Давайте мы еще немного еды возьмем на всякий случай. Значит, все будет работать. Что оно делает, ребята? Как вы видите, оно стреляет огнем. То есть вы можете испускать это вообще что? Это то есть ты сидишь на туалете и ты испугаешь огненные там, я не знаю, волны, испугаешь. Но это очень даже круто, так как вы видите, то что вы реально можете прям испускать огненные волны, которые прям-напросто летят на ваших противников и поджигают их задницы, да, ребята? Как видите, это реально очень даже круто, но знаете что, мы все-таки оденемся, потому что одеться нужно, они же нас очень так даже сильно фига, твою мать, вы что, издеваетесь, ладно? Я, ребята, оделся, и давайте мы еще раз посмотрим, что же это делает. Я дюбнул ботиночки или что это такое? Ладно, неважно. Но это первое умение, как вы видите, вы можете прям очень даже высоко, очень даже далеко стрелять огнем. Но пока мы не умерли... Нет, мы все-таки не умерли. Вы можете лечиться, то есть восстанавливать себе жизни. Как это все работает? Вы перекладываете вот этот арбузик, дайте я выкину вот эти. Вы перекладываете арбузик в последний слот, да, то есть в последнюю ячейку. И когда вы нажимаете правой кнопкой мышки, то есть запускаете удочку, то вы восстанавливаете себе здоровье. Это, ребята, очень даже круто. Давай, я не знаю, сможем ли мы куда-то туда прыгнуть. Вот так. Пам! Пам!
Пам, как вы видите, это все использует магию, то есть это все использует ману, энергию. Вам нужно следить, сколько. А восстановление здоровья использует, я не знаю, то есть нужно еще раз сюда подняться и посмотреть, сколько использует. 50. 50 маны использует восстановление здоровья. Сколько использует... круто, я это случайно выкинул с паники, то, что она сейчас убью, да? Сколько использует заряд огня? Я сказал, сколько использует заряд огня? Он использует 120? Да, 100... Нет. 120, да, ребята, ровно 120. А, жареная баранина, шашлычок, машлычок. Забабахали себе очень даже быстро. Давайте еще раз вылечимся быстренько. Опа. 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 И опа. Приступаем к следующему. Следующий это у нас лед. Что делает лед? Как я уже сказал на начале серии, он замораживает противников. Он замораживает противников или создает перед вами ледяную стену. Как видите, мы реально заморозили. Давайте еще раз скинем. Мы заморозили зомби. И он сейчас тихо, спокойно подыхает в ледяной стене. Давайте мы еще кого-то тут найдем. Я не знаю, ну вот на такие большие дистанции вряд ли у вас это получится. О-хо-хо-хо! Мы прямо... А ну. Ребят, мы прям снайперюги. Мы прям снайперюги нереальные. Давай, вот, ну, прям с большой дистанции это реально очень просто тяжело попасть. Удочка. Удочка. Наша удочка пропала, но ничего. Я создал новую. Я не знаю, куда она вылетела. Но, как вы можете заметить, ребята, вы можете замораживать ваших противников, и они будут подыхать в ледяной стене. Давайте еще раз посмотрим. Оу, ты выбрался или это новый? А, опа, опа, вот так. Или просто-напросто прятаться, да? То есть вы можете создавать, подавать, во, ледяная стена. Давайте еще тут создадим. Во. Во, 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 ща, 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 ща. И как вы видите, ребята, никто даже не сможет к вам подобраться толком. Сколько использует это маны? Это использует... Дайте еще раз, 85. 25 маны, то есть это, ребята, даже не очень так много маны использует. Как вы знаете, если вы собираетесь играть с этим, с этой командой по честному пути, да, то есть нормально там добывать глоустон, становиться на него, чтобы получить магическую энергию, то, в принципе, вот это умение даже не будет забирать у вас много глоустона, и вы можете его использовать даже очень и очень и очень часто. А это, если честно, ребята, очень даже круто. Это очень даже круто. Но мы приступим к следующему умению. Что делает следующее умение? Давайте сначала покушаем. Следующее умение это отравление, то есть яд. Как он работает? Вы должны находиться в каком-то радиусе. Например, если враг находится вокруг вас, то вы просто-напросто... включаете, как видите, они уже начали получать урон ядом. То есть, давайте еще раз посмотрим. Смотрите. Вокруг вас появляется вот такая анимация, да? И она, и она держится возле вас где-то в течение 2 секунд. То есть эти 2 секунды еще будет продолжать наноситься урон ядом. Да, то есть это умение не сразу у вас пропадает. Оно еще возле вас находится несколько секунд. Поэтому, ребята, это даже очень круто. Вы можете просто-напросто бегать вокруг врагов. Вот, например, вот так. Например, вот так. И вам их даже бить не нужно. Просто-напросто куда-то в небо запустить удочку. И автоматически нанесется урон врагам. Вот, допустим, вот. Я бью туда, но урон паучку наносится. Это круто, когда за вами следует прям большущая толпа. Большущая толпа врагов. Вы просто-напросто... Вот, вот. Как это все работает? Нет, кролик, я не хотел кролика убивать. Возле нас было около 4 монстров. Мы просто-напросто подошли, пару раз побили, 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 побили. Опять удочка пропала. Ну ты что, издеваешься? Третий раз я себе удочку создаю. Опа. Опа, вот так. Не удочку, а волшебную палочку, да, с удочки. И, как видите, ребята, все ваши враги умерли. Но это еще не все. Мы приступаем к предпоследнему умению. Что оно делает? Это, в принципе, ясно, как не знаю что. То, что TNT запускает TNT.
Это круто, потому что вы сможете себе рыть даже большие шахты. А ну давайте, не то что даже большие шахты, давайте мы еще посмотрим. Это можно уже выбросить зомби, да? Вот зомби просто-напросто. Давайте мы еще раз заспавним кучу зомби, вот так. Вот так, мы заспавним кучу зомби, кучу зомби, кучу зомби и посмотрим, как это все работает. Конечно, это работает обычным путем. Вылетает Тинти, который взрывает все на своем пути. Я прям рифмач даже какой-то. И вы видите, что это реально даже очень весело. Сколько использует маны Тинти? Ровно 100. Ну, 10 глоустон блоков, и вы сможете 10 раз запустить Тинти. Вы, в принципе, даже с этим же ТНТ можете рыть себе, я не знаю, какие-то туннели, да? То есть, например, вы можете сюда подойти, а я не знаю, выстрелить куда-то вот туда, подождать, пока это все взорвется, выстрелить еще раз. То есть, вы таким способом можете себе рыть шахты. Ну, смотрите, как это все работает. Это не летит прямо в том направлении, в котором вы это запускаете. Оно немного так кривовато. Вы видите то, что оно летит, ну, или влево, или вправо. Оно не летит туда, куда вы это направляете. Я не знаю, почему так сделано. Может у создателя этой команды немного сбит прицел, да? Поэтому... Офигеть. Поэтому, ребята, оно так и работает. Вот смотрите, давайте... Сейчас. Какую мы уже ямищу вырыли. Но если... А смотрите, а нет, мы... Нет, не можем. Все, у нас уже кончилась мана. Но, чтобы... Если вы просто-напросто хотите повеселиться с этой командой, если вам лень делать большие столбы глоустона, чтобы собрать себе ману, я вам покажу, как сделать это простым путем. Вам нужно написать в чат такую команду. Scoreboard, player, set, ваше имя, one charge, то есть заряд вашей магической палочки, допустим, миллион маны. Мы себе выдадим миллион маны. И как вы видите, вы сейчас бесконечно сможете использовать ваши скиллы, если вам, например... Если вам, например, просто-напросто хочется повеселиться, и даже если вы будете играть в ванильный Майнкрафт с этой командой, но все-таки вам будет лень каждый раз бегать за глоустоном, вы просто-напросто можете себе без каких-либо читов выдать себе эту команду, и от начала игры с этой командой до конца вашего там летсплея или просто-напросто обычного похождения вы сможете использовать ваши умения. Но сейчас начинается самое веселое. Сейчас у нас приходит на службу наше самое лучшее умение, которое только существует. Это, я не знаю, можно сказать, силовое умение. Давайте рассмотрим, что же оно делает. Что же оно делает? Вы спросите, зачем я заспанил столько много монстров? А потому что это умение, это офигеть. Вы готовы, ребята? Это очень круто. Это умение просто-напросто убивает своей нереальностью. Как это вообще сделано? Вы просто смотрите, вы можете даже под... Офигеть. Это умение, конечно, очень много потребляет вашей магической энергии. А точнее, целых 500. А что, ребята, вы также сможете подкидывать блоки. Вы сможете блоки подкидывать. Вы сможете подкидывать все, что валяется, лежит и также находится на вашем пути. Монстры это, животные, блоки, которые валяются, вещи, которые валяются. Это не важно. Это нереально круто. А знаете что? А знаете что мы попробуем? А давайте мы попробуем поиграть. Даже не то, что поиграть, а просто побыть футболистом. И давайте посмотрим, сколько раз мы сможем подбить наших врагов в воздухе. Хм. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Сейчас. Я уже не знаю, сколько. Где-то 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давайте их высоко поднимем. Сейчас. Ну, допустим. Все полетели, все просто-напросто поздыхали. Вот это умение, я не знаю, оно не может не радовать, потому что... О, здрасте. Х.
хотите поджариться, зомбарюга? Зомбарюга. И вот это, ну, ребята, тут все умения очень крутые. Вот смотрите, какие... Мы прям писаем огнем, мы прям им писаем в разные направления. Смотрите, смотрите, какая красота вокруг нас. А так можно даже что-то рисовать. Я не знаю, может там... А ну. Так, допустим. Я не знаю, это сложно, конечно, но даже так можно что-то даже нарисовать. Вот буква Э. Ну и потом так дальше. Но это круто. Ребята, тут каждое умение прям нереально суперские. Но вот это самое крутое, ребята. Это самое крутое умение. Я не знаю, почему оно так нравится, но вы просто смотрите, как вы высоко подкинете своих врагов. Они просто падают, умирают. Ну, это очень весело. Я не знаю почему, но оно мне очень сильно нравится. Ребята, все-таки мы на этом уже, наверное, будем заканчивать. Я очень сильно надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. Если вы хотите подобные серии видеть каждый день, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Ведь если мы сегодня наберем 700 лайков, то я вам даю слово, то, что завтра выйдет следующая серия с безмодами, только с одной командой, где мы рассмотрим что-то другое, что-то новенькое, которое, по сути, может вам понравиться еще, наверное, больше, чем даже вот это. Поэтому, ребята, 700 лайков, завтра выходит следующая серия. Если лайки мы наберем, а серия почему-то не выйдет, я там буду занят или что, вы будете прекрасно знать то, что я буду вам должен добавить вас в друзья ВКонтакте, сделать вам подарок ВКонтакте и даже расписаться у вас на стенке. Поэтому, ребята, мы сразимся, кто кого. Вы меня или я вас, а? А? Посмотрим. Если серия не выйдет, значит, вы победили. Но все же, ребята, также не забываем подписываться на мой канал. Во-первых, не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Если ты не веришь, что я могу ответить на твой вопрос и прямо с тобой пообщаться, просто-напросто оставь свой ответ под этим видео, и я на него отвечу, свое сообщение, я на него отвечу и также с тобой пообщаюсь. И последнее, самое главное, подписываемся на мой канал. Я прям рад каждому новому подписчику. Ребят, вы себе не представляете, как я рад, когда на меня кто-то подписывается. Поэтому я вот прям тебя бы хотел попросить подписаться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь. Я люблю своих подписчиков, я общаюсь с ними. И просто, если ты хочешь стать моим другом, то подписывайся, я буду очень сильно этому рад. Ребята, ссылочка на команду в описании, ссылочка на вот эти классные. Это текстурпак, это не шейдеры. Вот этот текстурпак работает только с Optifine. Поэтому, если вы хотите иметь вот этот текстурпак, сначала вам нужно установить Optifine. Все в описании, я за вас уже нашел. И просто уже скинул ссылочку, заходите, скачивайте. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.